Всем нихао. Продолжаем фист. Так, мы сейчас находимся... Подводная база. Сейчас мы пойдем... Наверное, не сюда. А все-таки пойдем сходим... Вот сюда. Где я убил босса и не пошел дальше. Посмотрим, что там происходит вообще в целом. Сейчас быстренько до туда доскочим. Блин, не получится быстренько. Это печально. Хотя не, можете получится. Да блин. Да, здесь маленько сложновато будет. Ай. Черт. Чуть-чуть остается, ну давай, ты можешь. Не, не может. Наверное, надо было наверх. Блин, но наверху там тоже эти войны великие. Вовремя. Там сохранка у меня есть. Там есть у меня сохранение. Вот, отлично. Прикол. Погодь, а внизу там ничего нет? Да, я там был. Я уже забыл. Я там был, и я забыл. Здесь я в прошлой серии победил боцмана. Здесь я взял кислородную масочку. А вот сюда я уже не пошел. Сейчас сходим сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Вдруг здесь что интересного есть. Чисто так. Я надеюсь, что эта серия будет чисто на лайте. Без супербоссов и так далее. Просто посмотрим. Семена. Серьезно. О, и сюда нельзя попасть. Что же это такое? Блин, это плохо. Это плохо в том плане, что я не знаю пока, как разрушить эти штуковины. Это печально, ладно. Маленько поближе. Так. Ну что ж, идем назад. Что делать? Потому что, ну, по-другому никак. Блин, назад-то сложно идти. Может быть, в этом подземном озере или в чем там я смогу узнать, так скажем, что мне делать вообще в целом с этими дверьми. Опс.
Опс, тихо. Может быть, сами рыбы должны их открыть? Ну, типа, вот внизу, допустим, есть дверь. Или там не дверь, подожди, что там? Черт, это не дверь. Блин. Да что ты? Как им тяжело управлять? Ну ладно, это было предсказуемо. И ожидаемо. Что здесь за дверь? Красиво, грамотно ушел. Фу, слава богу. Это было сложно. Так. Замечательно. Вперед. Здесь уже посложнее, конечно. Вот эту штуку можно было разрушить. Куда я? Куда я попал-то? Вообще куда-то вниз ушел. Давай пока вниз не поедем, поедем сюда куда-нибудь. Очень большая подводная база. Прям вообще жесть. Странно. Вот в какую сторону мне лучше плыть? Влево или вправо? Ну, конечно же, меня здесь ожидает чудо-монстр. Ну, ладно. Поплыли наверх. Теперь будем смотреть, что здесь у нас. Блин, задели. Он дышит прикольно, как Дарт Вейдер. А что здесь ничего нет в этих ящиках? Что за пустые ящики просто так? Странно. Вот эти рыбы, они очень мощные.
Здесь-то по факту вообще ничего нет. Просто пустота какая-то. Что за бред? Просто так? И все? Даже никакого лута нет? Вообще ничего? А смысл? Непонятно. Вот это мега странно, реально. Ай, больно. Больно, однако. Семена. Ну, замечательно, чё. Просто такой огромнейший кусок карты из-за семян. Здорово. Вот это геймплей. Просто супер геймплей. Я отвечаю. Не, ну скучновато, скучновато. Так, подожди. Отлично, теперь летим сюда. Меня запалили сразу же. Там есть этот проход. Вот еще семечки. Успел. Успел. Это тяжко. Черт, 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 черт. Назад. Он тупит, короче. Блин, а еще эти рыбы несчастные. Капец, вот это прикол. О, наконец-таки. Реально непросто. Это было непросто. Погодь, это все подводная база? Офигеть, это все подводная база, прикинь. Это жесть. Очень огромнейшая локация на самом деле. Ну что ты, Дарт Кролик? Блин, дошел до сохранки. Прям невероятно. Так, Джей, а что у меня по навыкам, кстати?
Есть. Так у меня все есть. Мне ничего не надо. А здесь ничего нет? Такой псих. О! Полуночный вальс. Это, видимо, украшение для оружия. Что-то мощный поросенок. Хорош, хорош, хорош. Красиво. Опа-на. Угу. Серьезно? Не просто. Ясно. Вот куда я пришел. И здесь получается... Опа-на. Давайте, выходите сюда, чё вы. Я здесь буду вас ждать. Я туда не пойду. Вот так вот. Двоих сразу. Просто жуть какая-то. А, здесь просто вкусняшки и все. Ну да, здесь ничего такого нет. И здесь конец карты, да? Ну да. Дверь в никуда. Ты чё? Здесь открыл. С той стороны сейчас открою. Уж нормально, так неплохо. О, кстати, я здесь даже дверь смогу открыть. Сейчас. Интересно. Тихо, ниндзя. Спокойно. Прикол. Ну да, и здесь короткий путь открыл. А вот как вот эти открыть, остальные? Пока я не знаю. Скорее всего, такое ощущение, что их можно открыть с помощью рыб. Блин, ну сохранки здесь рядом вообще нигде нет. Может быть, наверху есть, но сейчас посмотрим. Просто разнес. Вот и все. Угу. Я попадаю сюда. Согласен. Это хорошо, надо попасть сюда и сохраниться.
Да. Блин, как больно. Теперечи, вернемся. Подожди, а куда я хотел? А, я хотел проверить свою теорию насчет рыб. Потому что, ну, по-другому я не знаю, как открыть их, на самом деле. Вот эта дверь. И вот эта дверь здесь есть. Давай попробуем. Вот это поближе будет. Не, наверное, все-таки шляпа какая-то. Да черт возьми. Не, здесь рыбы ее явно не откроют. Значит, сходим в другую сторону. Вот сюда. Блин, да сюда далеко идти. Да это прикалываешься. А, блин. Ты чё за бред-то, алё? Вот это косяк. Вот это я прикололся. Чего? Разве я... А почему я здесь появился? Ну да, в принципе, ясно, почему я здесь появился. Потому что я... не сохранился там по ходу пьесы. Так, куда же, блин, поближе-то мне проверить мою теорию? Вот сюда, наверное. Здесь моя теория не сработает, она должна сработать вот здесь. По идее. Не знаю. Попробуем. Я правильно иду? Ну да. Блин, я рыбу-то уничтожил.
Нет, мне ее, мне ее никак не уничтожить. Вообще не понимаю, как это сделать, каким образом. Может, эта рыба может уничтожить? О, да, слушай, моя теория верна. Моя теория очень верна. Все, прощай, я понял. И не сказал бы, что я гений, но... Хотя бы что-то. Все, подводная база может быть пройдена на соточку. Однозначно. И это радует. Чего? Что за бред? А это получается неразрушаемая дверь. Это какой-то прикол, реально. О, почему меня здесь не было? Вот здесь. Подожди, вот, в этой точке. Нифига бред. Так, а как мне туда попасть поближе? А никак, мне только сейчас наверх, налево. Карта огромная, не запомните. Ну да, и теперь вниз. Не, ну это прикол. Почему, почему меня там не было? Все, я теперь есть. Так, здесь есть кусочек еще один. Можно туда сгонять сейчас и попробовать открыть там проход вот здесь. Раз мы здесь, то пойдем. Пойдем. Ну да. Далеко. Сейвимся. Прекрасно. Угу. Не торопись, блиночек. Его когда бить начинает, короче, он... А, там же этот. Несчастный пропеллер. Блин, что я про него забываю все время? Блин, пойдем тогда сюда. Что делать? Что-то я в этой подводной базе уже застрял на несколько серий. Довольно немаленькая она.
совсем. Огромнейшая локация. Просто огромная. Угу. Так, рыба здесь есть. И не одна, кстати. Та рыба, которая мне нужна, здесь тоже есть. Серьезно? Интересно, а как мне ее заманить сюда? Упс. Очень интересно. Подожди-ка. Это нереально. Это просто нереально. Она меня убьет сейчас, все. Короче, толку от тебя. Да это прикол какой-то, реально. Что за бред-то? Каким образом? Блин, мне теперь придется идти в самую даль, что ли? Короче, я пока не понял, как это все сделать на самом деле. Что-то без понятия, если честно. Здесь ничего, кроме морковки, не работает. Зажимаю клавиши, тоже ничего не работает. Вообще ноль. Без понятия. Хм. Странно, я рассчитывал на то, что получится открыть эти двери. Попасть к подземному озеру. Так, ладно, хорошо. Давай постараемся попасть туда. А туда мы сможем попасть только... попав непосредственно вот сюда. Да, долго мне идти до туда. Очень странно. Ремонтируемся. Блин, 40 минут проиграл. Вообще ничего не нашел. Вот по факту ничего не нашел. Здесь получается пустота. Ничего нет.
Мне, короче, наверх сейчас надо идти. Плюс-минус. Вот сюда вот. Наверх, так. Хм. Ты, господи, прыгай-то. А здесь еще этот чудесный подземный монстр. Подводный, точнее. Класс. Не торопимся. Торопимся. Ну, в принципе, удачно. Неплохо, неплохо. Успел. Это жесть просто. Столько времени потерял на это все. Это прям очень тяжелая локация. Здесь мне не пройти. Здесь пропеллер, по-моему, стоит. Здесь я не вижу смысла проходить. Вот здесь, наверное, надо было пройти. Можно было бы. Но это, блин, тоже как-то долго. Не знаю пока. Наверное, не в этой серии. Может быть, в следующей. Пока не вижу смысла туда идти. Здесь как обычно. Так, здесь наверх можно. Там, скорее всего, тоже эти штуки можно с помощью рыб уничтожить. Может быть, там какая-то вещь есть, которая потом мне откроет этот... Блин. Ну, вот здесь. Вот здесь надо открыть мне штуку. Тогда, может быть, что-то случится. Но я что-то очень сильно сомневаюсь в этом. Блин, ну раз я здесь, рядышком с ней, тогда я сейчас попробую ее открыть. Наверху сохранка есть. Вот до сохранки дойду. И дальше попробую эту штуку открыть. Да блин, еще что ты так пуляешь, у меня больно. Так, сохраночка есть. И дальше мы пойдем уже на этот... Вот сюда. Попробуем ее открыть. Мочим дурачков. О, не на ту кнопку. Угу.
не понял. А где здесь рыбы поблизости есть? Рыба мечта это. Блин, я ее убил, что ли? Это будет печально, если я ее грохнул. Походу, да. А почему я сам не могу сломать эту штуку, я не понимаю. Блин, надо рыбу искать, что ли? Да ладно, серьезно? Ничего себе, она долгоиграющая. Не, ну это прикол реальный. Давай за мной, за мной, за мной. Я здесь. Спасибо. Не, ну разработчики, наверное, прикололись реально. Благодарю. Семена взял. Упс, меня крошат. Так, 97%, смотри. Здесь вентилятор стоит. Это я точно помню. Значит, надо оттуда какую-то рыбу тоже взять, и чтобы она это сдохла там. По-другому я варианта не вижу. Другого, точнее. Да. Прикольно, конечно, они сделали это все. Долго, правда, очень долго. Ремонт. Блин, ну я не знаю, это жесть. Это опять идти туда, что ли? Это очень далеко. Ладно, в следующей серии я, наверное, обрежу следующую серию, уже сделаю вот эти штуки, открою вот этот выход и вот здесь, наверное. Но здесь я не знаю как. Короче, придумаю что-нибудь, чтобы не бегать 5 лет. Так что все ссылки в описании. Всем до следующей серии. Всем пока.